Преимущество сбережений в банке. Не знаете, как накопить? Не стоит хранить деньги под матрасом или отдавать их сомнительным людям, которые обещают сверхвысокие доходы. Попробуйте копить деньги в банке. В чем преимущество банковского депозита перед другими видами сбережений? Банковский депозит является наиболее безопасным способом хранения денег. Ваши деньги защищены от утери, кражи, пожара. А в случае банкротства банка, государство гарантирует возврат депозита в сумме до 200 тысяч сомов. Банк не только возвращает вам всю сумму депозита, но и выплачивает вам проценты за ваш депозит. Таким образом, ваши деньги на депозите защищены еще и от инфляции. Копить деньги на банковском депозите психологически удобно, ведь если деньги находятся дома, всегда возникает желание потратить их. Но это не означает, что деньги в банке вы не можете забрать. По закону банк обязан вернуть сумму депозита по первому требованию вкладчика –